славу, если мы пройдем испытание победоносно. Вот это главное, почему он посылает страдания. Не для того, чтобы, как помните, друзья Иова, они копались в его жизни, чтобы найти то, чего он не делал. А не для этого посылаются испытания. Они обвиняли его в грехах, которые он не делал. Они грузили его там теми вещами, которые он даже не имел ничего общего с ними. Но Бог в конце прославляется тем, как провел Иов свою жизнь. Что он не как его жена прокляла, сказала, прокляни и умри. Друзья сказали, что сказали. Не знаю, кто еще там что-то сказал, все не написано. Но как отнесся Иов и как отнесся Бог? Получил ли Иов обратно все вдвойне, как благословение? Получил. Ответил ли Бог Иову на все его многочисленные вопросы, которые задавал Иов, проходя это испытание? Ведь когда мы проходим испытание, у нас уйма вопросов. А почему со мной? А почему именно в этот период? А почему не с ним? А почему? А почему? А почему? А почему? А Бог не обязан отвечать на все вопросы. Но Бог сделал то, что обещал, согласно своего характера. Поразмышляйте над Псалмом 118, стих 71. Это 119, наверное. «Хорошо для меня, что я пострадал, чтобы мне научиться уставам твоим». Вот это заключение Давида. А почему он страдал? Чтобы научиться Божьим уставам, чтобы прославить Господа в конце, чтобы исправить все кривизны в своей жизни, а чтобы Бог был возвеличен в его жизни. Мы споем несколько мелодий. 66 номер, найдите, несите эту весть везде, где люди есть, где видите в сердцах сомнения, скорби, страх. Скажите, люди, которые... я раздавал... 66-й. И встретил двух девочек, которые сидели здесь на остановке, трактаты взяли, но читать не читали. И я их встретил чуть дальше. Вот там спросил, прочитали, они сказали, мы не читали. Почему не читали? Потому что они думают, что психология поможет им вырулить из всех трудностей жизни. Кто пытался путем психологии никогда вырулить и вырулил? Никто не помогает. Никогда. Не помогает. Это обман очередной сатаны. Это собери свои силы в кулак, вместо плохих делай хорошие дела, и все с тобой будет хорошо. Ты будешь думать о себе хорошо, но это не будет думать Бог, что у тебя все хорошо. Бог по-прежнему знает, что ты грешный, и что ты заслуживаешь ада, и ты туда попадешь, если к нему не воззовешь. Если у него не попросишь прощения. Это вся беда с людьми, у которых в сердце сомнения, скорби, страх. Они цепляются за соломинку, только соломинка их не держит. Спаситель обещал и мир его послал. Несите эту весть, везде, где люди есть, Дух Божий
Там на кресте
Не знаю чем, или чтобы я ходил свободно и дышал свободно и поклонялся свободно и приглашал других к этой свободе. И получил дар вечной жизни. Да, и получил дар вечной жизни, потому я свободен. А, пожалуйста, сестра Валентина, что вы имеете, скажите нам, спойте. Я могу, это 33-й псалом. Да, пожалуйста. И я так думаю, что поскольку нет вот того заднего ряда, который на вас катил бочку, берите вашу свистульку и пойте, когда их нету здесь. Когда они здесь, мы сделаем исключение ради них, но наделали бучу и сами не приходят. Это что называется? Это цель разрушить, это не цель созидать. Хорошо? Хорошо. А какой? 30? Какой псалом? 33. Давайте найдем 34. Ага, это там 34. Угу. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господу будет хвалиться душа моя, услышит кроткие и возвеселятся. Хвалите Господа со мной и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Немножко перепрыгнул. Угу. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Кусите и увидите, как благ Господь. Аминь. Благословен человек, который уповает на Него. Человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимный бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Праведные взывают. А лицо Господа против тех, кто делает зло? Взывают праведники, и Господь слышит, и от всех бед избавляет их. Близок Господь. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Браво. Искушает Господь душу слуг своих. Браво. Никто из тех, кто уповает на Него, не будет покинут. Точка.
не будет покинуть. Потому все, что у вас не получается, возложите на Него. Он не покинет вас, не бросит, не оставит, не забудет, не предаст. Он пойдет с вами до конца. Спасибо, сестра. Еще да. Я хочу сказать, что Бог одиноких водит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в мойной пустыне. Еще хочу прочитать 102-й псалом. «Благослови, душа моя, Господа, и все внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои, и избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Обновляется подобно орлу юность твоя. Господь показал пути свои Моисею, сынам Израилем, и дела свои. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек не годует. Но не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как отец жалеет своих детей. Как отец милует сынов, боящихся сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, не человека, как трава, как цвет полевой. Как, так он цветет, пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. А милость Господня? Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, помнящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкой силою, исполняющие слово его. Благословите Господа все воинства его и служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его во всех местах владычества его. Благослови, душа моя, Господа. Аминь. И еще я хочу спеть наш этот, как бы, гимн. Ты над Молдовой господствуй, Иисус, ты над Молдовой господствуй, Иисус, ты над Молдовой господствуй, Иисус, благословляя народ. Мы поднимем к небу руки и молитвы вознесем, славить Тебя мы будем, песни воспоем, и в проломе за народ свой станем мы, Господь, и Бог Молдавию спасет. Аминь. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аминь. Все. Спасибо. Я хочу, тут сказано было в псалме, что не сокрушит Господь правильно кости. Угу. Я так упала была, вот колено у меня было, угу. Шла из дому на работу. На последнюю ступеньку не встала и протянулась на плитку, упала и ударилась. Пришла на работу в горячке, не чувствовала боли еще, не лажу 10, темно. Опять упала, зашпорталась за нитку, там работали строители. Опять упала. Опять вроде не ничего. Села отдохнуть и разговаривала. Заболела, что в приемный покой поехала. Но кости целые. Слава Богу. Целое плечо, грудь, ребра, колено. Аминь, слава. Аминь. Кости не сокрушаются, да. Не сокрушаются. Да, слава Богу. Пожалуйста, Юрий, что вы хотели? Хотел сказать слово. Давайте, скажите. Аминь. Нацели микрофон, Юрий. Какая? Синяя.
Если он не прав. Ставил все. Прославим Господа Бога, который послал вас сюда. Мы должны быть благодарны Богу, что Он дал возможность прийти сюда. И вы должны говорить тоже Богу спасибо, что Ты дал возможность прийти в этот день и в каждый день, когда вы сюда приходите, для того, чтобы получить здоровье, здоровье духовное, здоровье душевное и здоровье физическое. И также благодарим проповедников наших, значит, Иоанна, Андрея и служителей Иоанна, и все, которые здесь помогают, значит, в церкви, потому что они делают доброе дело для Бога. Это и есть служение для Бога, и вы то, что приходите сюда, тоже говорю вам спасибо за это, потому что мы помогаем Богу, помогаем себе, помогаем городу, и это очень имеет значительную силу, потому что мы говорим о добре, собравшись все вместе говорим о добре. Это значит, мы посылаем энергию этому городу нашему, чтобы он процветал, чтобы здесь были здоровы люди, чтобы здесь были здоровы дети. И дай Бог, чтобы, значит, у нас не было никаких гражданских войн, никаких ссор, потому что это все делает дьявол для того, чтобы мы жили плохо. И также и в ваших семьях. Старайтесь не ссориться. Аминь. 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 Спасибо вам. Я нужно пекарь сыцвин. Ага, сос останется. Слава Богу. Не взорвется. Пожалуйста, сестра, проходите сюда, проходите. Мы прочитаем с вами текст из Библии. Я знаю, что все были, может быть, чуть-чуть довольны в прошлый раз, когда последнюю молитву мы говорили все громко «Отче наш», потому что всем она знакома, кажется, что какой-то груз отлег от нашей души. Сегодня я попрошу вашего внимания и усидчивости на один час всего, можно? Никуда не ходить, никого не отвлекать, кульком не шебуршать, послушать тему, которая называется следующий пункт. И любви Духа. Все, что мы делаем, мы должны сделать из любви. Это второй пункт. Чтобы вы боролись вместе со мной в молитвах ваших Богу за меня. Скажите, в молитве «Отче наш» есть какая-то борьба? Ответьте себе. Мне не надо. Есть. Хорошо. До конца послушайте и увидите, что есть. Чтобы мне избавиться от тех, кто не верит в Иудеи. Вот представьте себе, Павел должен был пойти в Иудею, где все были настроены против его проповеди, против проповеди о благодати, о том, что Бог дает второй шанс, что Бог желает вытянуть тебя из греха. Не твои дела добрые, не твои жертвы, не твои заслуги, а ничего другого не вытянет тебя оттуда. А Бог, который отдал своего единородного Сына, Он способен тебя вытянуть из греха. Чтобы служение мое, которое я имею для Иерусалима, было принято святым. Эта фраза содержит в себе сборы язычников, где Павел ходил по Галатии, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Фессалоникийцам и всем другим, собрал пожертвования, но иудеи, которые были настолько ортодоксы, скажем так, или православные, скажем, они даже не хотели эти деньги от язычников брать, хотя были в самой глубокой нужде, они были в финансовой нужде, чтобы они взяли эти деньги. Павел молится об этом. 32 стих. «Чтобы по воле Божьей прийти к вам с радостью и освежиться с вами». Скажите, что бы заставило вас радоваться? Посмотрите, мы читали 31 стих. «Избавиться от тех, кто не верит». Когда вы окружены теми, кто не верит, можете вы радоваться? Нет.
А я попрошу вас заставить себя радоваться. Можно так? Давайте посмотрим на апостола Павла, который учит нас, как радоваться, когда все валится на части вокруг. И в тюрьме даже. И в тюрьме даже, да. Это второй пункт. И освежиться с вами. То есть то, чтобы наполнило его новой энергией идти дальше в Испанию. Он планирует после Рима пойти дальше. И написано, Бог же мира да будет со всеми вами. Вот это очень загадочная фраза. Я даже не буду касаться ее. Ставлю брату Полу на закуску. Если вы посмотрите в три ободрения, которые мы находим в 15 главе. Когда вы читали последний раз 15 главу послания Римлянам? Когда вы замечали три ободрения? Если не замечали, мы будем проходить их и посмотрим на одну фразу, как ободрение в 16 главе, стих 20. Вот я вам прочитаю, но не для того, чтобы вы над ней сейчас размышляли, а для того, чтобы когда брат Пол будет проповедовать о этом, вы уже как-то были внутренне готовы или пожелали бы принять эту информацию. Посмотрите, что написано в 16 главе, 20 стих. «И Бог мира сокрушит сатану под ногами». Задает вам вопрос какой-то. Бог мира, скажем так, пацифист, да? Другими словами, да? Он только с миром имеет дело. Вооружения у него нету, никаких пушек, ни самолетов, ничего нету. Но он сокрушит сатану. Пообещается? Или не пообещается? Да. Угу. Он всемогущий, да? Но он, его характер мирный. Мы представляем, что если мирный характер, то нужно стоять и сюсюкаться с кем-то, да? Вот они там солят вам, точат вас, или бьют вас, или что-то, и вы не можете дать им ответ, потому что вы мирный человек. Но Бог, который мирный, больше, чем мы даже, он сатану сокрушит. Это другая тема, это не наша тема сегодня. Давайте мы помолимся и потом перейдем к размышлению. Дорогой наш Бог, мы любим Тебя и славим за то, что Ты написал нам это слово как инструкцию, чтобы мы исправляли наше мышление, чтобы мы подстроили нашу жизнь под Твой характер и были похожи на Тебя. Благослови каждого из нас в слушании, усидчивости, настрой наши умы на следование за Тобой, чтобы Тебя прославить, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Итак, если у вас есть Библия, поставьте себе закладку сюда. Мы будем возвращаться к этому отрывку или к каждой фразе шаг за шагом. Интересную заметку я прочитал на днях. В конце недели социологической службой «Среда» и фонд общественного мнения провел опрос в этом месяце о молитве. Они спросили, опросили 1500 человек из 43 городов Молдовы, что говорит о том, что выборка была вполне подходящая, чтобы получить вполне объективные данные о том, как жители Молдовы молятся. И вот что они выяснили. Только 12% ежедневно совершают молитвы. Всего 12%. Вот на 100 человек 12 человек всего молятся. Это очень мало. По данным социологов, люди в возрасте старше 60 лет ежедневно, из них молится каждый пятый. Если у кого-то серьезные проблемы со здоровьем, то ежедневно молится каждый четвертый. Если у кого-то... Также выяснилось, что всего 2% из опрошенных, которые назвали себя православными, молятся постоянно. И только каждый десятый из тех, кто назвал себя мусульманами, тоже молится постоянно. Причем доход и образование, которое также спрашивалось, не влияет на молитвенную практику. То, что и отметили организаторы данного опроса. Понимаете? Жители Молдовы очень и очень и очень мало молятся. Всего 12%.
каждый десятый человек. Совсем немного в огромной массе. Это почти незаметно. Почему так происходит? Почему справедлива поговорка? Как тревога, так до Бога. А как вы думаете, какова ситуация в евангельских общинах Молдовы? Такого вопроса я не нашел. Я нашел только в общем международном масштабе, где сказано, что современное поколение христиан молится на 40% менее интенсивно и активно, чем предыдущее поколение, которое войну пережили, голодовку пережили, что-то пережили, и они молятся чаще. А как обстоят дела на самом деле в жизни нашей церкви, в жизни твоей семьи, в твоей личной жизни? На днях я читал книгу Мартина Лютера, известного европейского реформатора, духовного из Германии. Один товарищ, Вейх Дитрих, пишет в письме своему другу такие слова о Мартине Лютере. Это 1530 год. Не проходит и дня, чтобы он не употребил на молитву по крайней мере 3 часов. И при том самых удобных для занятий. Однажды я услышал случайно его молитву. Какая великая душа, какая громадная вера звучала в его словах. С каким благоговением он молится. Как будто представляет себя разговаривающим с Богом. С такой надеждой, верой, словно он говорит с отцом и другом. Когда я читаю такие строки, то осознаю, что мне еще нужно многому учиться, чтобы так молиться. Большинство из нас, когда слушает проповедь о молитве, читает книги о молитве, то испытывает чувство стыда и вины за то, что мы так не молимся, что мы не так совершаем молитву или недостаточно молимся. Но знаете, мотивация вины и стыда – это не та мотивация, чтобы кто-либо из нас изменил свою практику молитвенной жизни. Поэтому в сегодняшней проповеди у меня нет цели кого-либо ввести в стыд или укрепить вину, которая и так должна быть, если вы молитесь недостаточно. Но я на самом деле сегодня обращаюсь ко всем тем своим братьям и сестрам, которые находятся в одном и том же окопе и борются с слабой молитвенной жизнью, чтобы это могло измениться. Я обращаюсь к тем, кто, как и я, испытывают трудности в молитвенной жизни. Кроме того, нам нужно осознать, что есть причины, почему наши многие молитвы не исполняются. Нам нужно обрести сегодня через этот текст, приобрести правильную мотивацию, чтобы быть уверенным, что наши молитвы услышаны и что у них есть основания быть исполненными. И этот призыв к молитве, который мы прочитали сегодня апостола Павла к Римской церкви, и будет нашим учителем. Но есть еще одна причина, почему мне бы хотелось проповедовать именно о молитве. Более того, мы с вами все мечтаем увидеть пробуждение духовное в Молдове. Мы желаем увидеть, как наши сограждане молдаване и гости могли наконец-то найти подлинное счастье, обрести настоящую радость, испытать полноту жизни, удовлетворение в жизни, через прощение грехов, примирение со своим Создателем, через на самом деле нахождение подлинного смысла жизни, получение жизни вечной, жизни во Христе. И мы желаем увидеть на самом деле успех нашей миссионерской деятельности в этом городе. И успех миссии зависит не только от проповеди Евангелия, но и от молитвы. Понимаете, наивысшая цель Бога – это прославить самого себя, потому что Он один достоин славы и поклонения. Никто не может занять Его место, никто не достоин поклонения, кроме как один Бог. И Он достигнет этой цели. Он достигнет того, что все народы окончательно поклонятся и преклонятся перед Ним, и исповедуют Его Господом и Владыком. И вот это действо Бог совершит сам через свое служение. И это станет очевидно через молитву. Когда мы молимся, мы осознаем свою значимость, зависимость, осознаем величие Бога, Его славу и силу. Замечаем Его действия, видим Его работу, и тогда Он получает всю подлинную славу. Потому молитва – часть Его божественного замысла для исполнения Его миссионерских планов.
К сожалению, многим из нас следует признаться, что сегодня позвольте мне быть больше проповедником, чем обычно, и прислушайтесь к совету. А многим из нас следует признаться, что большинство наших молитв, они направлены на реализацию или исполнение наших собственных нужд. Дай мне здоровье, дай мне, дай моим детям, дай еще кому-то, родственникам, близким, а только не то, что желает Бог. Мало кто из нас молится Божьим об исполнении Божьих планов, об исполнении Божьего замысла. Но на самом деле молитва правильная, она всегда будет сконцентрирована на Божьем замысле. Пожалуйста, Валентина. И на Божьем труде. Для того, чтобы Бог имел славу. Именно поэтому нам всем сегодня нужно находиться в этом окопе жизни, задуматься о своей молитвенной жизни и перестроить ориентиры и реорганизовать ее так, чтобы иметь результат. Апостол Павел показывает нам пример, как нужно молиться правильно. О чем нужно просить? Молиться так, чтобы просьба была услышана. И наш урок сегодняшний. Во-первых, Павел говорит, что правильная молитва – это молитва за Божий труд. Запомнили? Подчеркните себе. Молитва правильная – это молитва за Божий труд. Или о Божьем труде на основании верных мотивов. То есть мотивы мои должны быть правильные. Божья цель в начале. Если вы знаете молитву «Отче наш», скажите мне третью фразу. Отче наш, сущий на небесах. Следующее. Да святится имя Твое. Не в начале дай мне здоровье, дай мне детей здоровье, дай мне имущество, дай, не знаю что, охрану или защиту, или еще не знаю что. Да святится имя Твое. И потом уже хлеб наш насущный, и потом с врагами, и потом с другими вопросами. Все это потом. Вначале святится имя Твое. Он в стихе 30 пишет: «Умоляю же вас, братья, ради Господа Иисуса Христа, для любви Духа, чтобы вы боролись вместе со мной в молитвах ваших Богу за меня». У апостола Павла очень много планов, как и у каждого из нас, да? На год вперед, на два вперед мы пишем: выйду на пенсию, поеду на курорт, поправлю здоровье. И пишем, и пишем, и пишем. Кто-то уже махает рукой, но все равно пишет. Ему нужна была помощь от Бога. И нам нужна помощь от Бога, правда? И поэтому эта срочность, эта актуальность мотивирует его к молитве. И поэтому первый элемент этого – срочность нужд. Должна мотивировать нас молиться, не крутить календарь, не договариваться, не устраивать там какие-то сделки, а вот я тебе помогу, а ты мне помоги, или еще как-то. Срочность нужд должна мотивировать нас молиться. Мы знаем, что, не знаю, вот осталось нам жить сколько лет, 20, 30, сколько кому осталось. А вот это должно мотивировать нас молиться. Римским верующим нужно увидеть было, что эта ситуация архиважная и очень насущная. Павел уже находится на дороге в Иерусалим. Ему нужна молитвенная поддержка. Ему нужна помощь. Поэтому нужно молиться. И он, Павел, использует особое слово. «Умоляю вас». Помните другой отрывок, с которого начинается с этими же словами? Это 12 глава Римлянам, 1 стих, где он пишет: «Умоляю вас поэтому, братья, милостями Божьими, чтобы вы представили тела ваши в жертву живую, святую, принимаемую для Бога, что есть разумное служение ваше». Апостол Павел уже знал от Духа Святого через подтверждение того, что в Иерусалиме будет непросто. Будут различного рода трудности от неверующих иудеев. Он сознавал, что даже среди уверовавших там, в Иерусалиме, есть очень много предвзятости, недоверия, предубеждения в отношении его служения язычникам. Поэтому они могли и не принять все эти пожертвования, которые он собирал столько времени среди языческих церквей. Поэтому он умоляет римскую церковь молиться о двух вещах. Во-первых, 31 стих, посмотрите. «Чтобы мне избавиться от тех, кто в Иудее». И вторая причина –
чтобы служение мое, которое я имею для Иерусалима, было принято святыми. Ибо служение его есть его дар, его пожертвование, финансовые пожертвования для Иерусалима были приняты святыми, верующими там. Понимаете, что люди в Иерусалиме, которые уверовали, будучи иудеями, настолько не принимали язычников, что даже находясь в нужде, находясь в финансовой нужде, не взяли бы деньги, чтобы им помогли. Молитва, смотрите, какая упала. Он просит молиться на самом деле о себе, нисколько не смущаясь. Он на самом деле просит молиться о себе практически во всех посланиях, которые написал церквам, во всех письмах, потому что осознавал свою крайнюю нужду в Боге для успеха его служения. Без Божьей помощи он ничего не мог бы достичь. Например, он просит молиться церковь в Фессалониках. А посмотрите в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 25 стих. «Братья, молитесь за нас!» – пишет он. Затем во втором послании этой самой церкви Фессалоникийцам, 3 глава, 1 и 2 стиха. Посмотрите, он говорит, «Наконец, братья, молитесь за нас, чтобы Слово Господне имело свободный ход и прославлялось, как и у вас». И чтобы нам избавиться от неразумных и нечестивых людей, ибо не все имеют веру. Вот и среди нас не все имеют веру. Потому наша обязанность молиться за них, чтобы они приобрели веру и не просто просиживали время зря. Он просит молиться церковь в Филиппах, чтобы был выпущен из темницы. Он просит Ефесян, Колоссян молиться, чтобы у него были возможности для проповеди Евангелия. И чтобы он это делал со смелостью и ясностью. Он просит молиться церковь в Коринфе, чтобы он был избавлен от смертельной опасности, которая ему грозила. Эти повторяющиеся просьбы, которые апостол Павел... важное, нечто неожиданное для нас. Мы знаем, что апостол Павел был одним из самых одаренных людей, который когда-либо жил на этой планете. Он был один из самых приближенных для близких, благочестивых людей, близких к Богу, благочестивых в своей жизни, которые когда-либо были на этой планете. Казалось бы, он мог восприниматься людьми со стороны, наблюдающими за ним, знающими его, как человек самодостаточный, у которого нет никаких нужд, у которого нет смысла что-либо просить, потому что он все может сам сделать. Он так близок к Богу. Он может помолиться Богу, и Бог услышит. Он такой способный, что может ли быть что-то, что он не способен сделать? Я думаю, что мы сами в своей жизни знаем немало подобных людей. Знаете вы таких? Которые все сами сделают. Не надо им просить ни у кого ничего. Или, скажем, похожих людей, но которые действуют не как апостол Павел, а которые действуют так, что они все могут, они все знают, они все понимают, у них все выйдет. В конце концов, они даже фотографии в их стране выложат лучше всех. Нужда ли им какая-либо молитва? Абсолютно нет. Почему нет? Потому что они сами все сделают, они поставят фотографии, они сделают, они решат, они там все. Вряд ли они попросят «помолитесь за меня». Вот это недостаток людей, это гордость говорит. Если они не хотят, чтобы за них молились, это их гордость. Потому что для них просьба – это выражение слабости, неспособности, неумения. Но это было не так для апостола Павла. Почему он просит фессалоникийцев, колоссян и ефесян и коринфян и всех остальных молиться? Потому что он видит свою нужду в Боге. Если мы не видим нужду в Боге, значит мы не делаем Божьих целей, мы делаем свои какие-то цели. Понимаете, есть опасность в самом деле испытать некое чувство самодостаточности и мотивироваться своей гордыней, своей самоуверенностью. И хотя, может быть, и вправду у человека нет животрепещущих нужд каких-то, которые бы заставили его вопиять к Богу и просить ближних, чтобы они молились за него,
В сущности, такие люди, которые не просят молиться, надеются на себя, на свои силы, на свои способности, знания, на свои контакты. Знаете, что такие люди не способны достичь подлинно что-либо духовного, потому что Бог не работает через таких людей совсем. Понимаете? Апостол Павел постоянно и искренне показывает церквам, что он весьма нуждается в молитве за него. Ибо это не просто хорошо или правильно. Понимаете? Для апостола Павла молитва была вопросом выживания. Это был вопрос жизни и смерти. Это был вопрос успеха для его служения. Он нуждался в молитвах для того, чтобы Евангелие проповедовалось и было принимаемое, чтобы оно оставалось живым, чтобы его не убили, потому что атаки постоянно были на него. Понимаете, друзья, нам нужна не только самодисциплина, а чтобы молиться. Это неправильно думать. Теперь я сожму волю в кулак, теперь я возьму себя в руки, и я буду молиться. Было такое желание у вас? Это неправильная мотивация. Скажу вам даже больше, она вас далеко не уведет. Правильная мотивация для того, чтобы изменилась, а чтобы сфокусироваться не на самой дисциплине, а сфокусироваться на нищете духа, на своей зависимости, что я без Бога ноль без палочки. Не на своей способности, а в зависимости от Бога, чтобы Бог действовал, Бог работал через тебя. Только нищие духом есть те, кто осознают свою нужду. Они будут молиться, они будут просить. Вы знаете, что у меня есть сын, а когда он был маленький, теперь ему 16 лет, он же выше меня. Но тогда он часто утром просил, чтобы приготовить кукурузные хлопья. Значит, молоко я доставал с холодильника, а тарелка, ну, не в этих шкафах, а вот в этих шкафах, которые надо дотянуться. Даже с табуретки он не мог дотянуться до тарелки. И он постоянно приходил и просил, помоги достать, скажем. Коробку он мог достать, скажем. Коробка была здесь внизу, в этих шкафах, а тарелки были там. Когда я осознаю, что я не могу сгенерировать или что-либо сделать подлинного духовного, я буду просить у Бога. Поэтому мне нужно сфокусироваться не на моей дисциплине только, но на культивировании нищеты своего духа. Осознание своей зависимости от Бога. Понимание, что без Божьей работы ничего серьезного не произойдет в моей жизни. Валентина, ты уже отключилась? Ага, доброе утро. Когда выключишься, я тебя буду там что-то шуметь. Во-вторых, власть и авторитет нашего Господа Иисуса должны мотивировать нас молиться. Во-первых, посмотрите, здесь апостол Павел говорит, молитесь за меня. Он пишет, умоляю же вас, братья, ради Господа Иисуса Христа. Не ради меня, не ради моих нужд выше крыши, которые, не ради каких-то других мотивов, ради Господа Иисуса Христа. Во-первых, он напоминает римлянам о господстве Иисуса Христа над их жизнями. Когда они уверовали, то они признали, приняли господство Христа над их жизнями. Он есть Господь их и владыка их жизни. И логика Павла достаточно проста. Если вы действительно исповедуете Иисуса Мессией и вашим Господом, я призываю вас молиться ради Него, молиться за меня. Потому что я Его посланник, я Его служитель. Во-вторых, Павел говорит им, если вы приняли спасение, которое Он, Господь, приобрел для вас, если вы подчинились Ему, который учит вас молиться, если вы испытали благодать Божью, обрели спасение и искупление Его и жаждете распространения Его Царства везде, чтобы имя Его было известно везде, то молитесь за меня. Другими словами, Павел говорит здесь, это не просто обо мне, это вопрос славы нашего Господа и вашего Спасителя. Это дело касается прославления имени Иисуса. Если вы думаете об этом, если вы помышляете об этом, если вы понимаете Его, если вы по-настоящему спасенные люди, то это будет ваша молитва.
Помните, я говорил в самом начале, статистика, 12% молдаван молится всего. И у меня другой вопрос. Сколько из 12% молятся о славе Господа? Сколько из них молятся о том, чтобы Божье Царство расширялось? Чтобы Бог прославлялся? Чтобы Его ценности, Его принципы, Его Царство утверждалось здесь, в нашей стране, и в их жизни, и в этом мире? Я полагаю, это возможно, может быть, 1 или 2%. И я думаю, это будет очень еще смелая такая статистика. В-третьих, апостол Павел здесь апеллирует к власти Христа. Когда Иисус уходил с этой земли обратно на небо, то в своих прощальных словах к своим ученикам он сказал, что «Дана мне всякая власть». Давайте, сделайте, чтобы он не гудел там. Не знаю, чей гудит там. Он отвлекает всех. Власть где дана? И на небе, и на земле. Друзья дорогие, нет ни одного места в этой вселенной, ни одного уголка, ни одного чулана, ни одного самого темного коридора, где бы не присутствовала власть Иисуса Христа. Он полностью властно правит всей вселенной. Сегодня его власть распространяется на все абсолютно. Поэтому, когда мы молимся Богу через Иисуса Христа, мы можем быть уверены, что мы имеем доступ к самой могущественной власти, которая только может быть в этой вселенной. Понимаете, нам не нужно пробираться через всевозможные духовные бюрократические инстанции. Мы можем смело прийти к нашему Создателю через Господа Иисуса, обращаясь к Нему, будучи уверенными, что мы услышаны будем и приняты будем. Если верующие в Риме, как полагал Павел, точно знали Господа, то они будут заинтересованы в том, чтобы молиться о Его деле, о Его служителе. И у меня есть вопрос такой. Братья мои, дорогие сестры, как часто вы молитесь за служителей церкви? Когда вы последний раз молились за работника воскресной школы, за музыканта, за группу приветствия, за техническую команду, которой у нас нет еще, и в лице Иона, разве что, который составляет видео, который распространяет видео, который набирает подписчиков или там еще что-то делает. Как часто мы на неделе обращаемся к Богу за этих людей с тем намерением, чтобы дело Божье расширялось? Потому что их развитие связано с заинтересованностью, включается в том, чтобы проповедь о Христе была повсеместна. Я теперь говорю о нашей церкви, о людях, также в других странах. Брат Пол находится далеко, через океан, где служит 500, сколько там, или 483, 483 человека, которые были в лагере, слушали его. Третий момент. Любовь Духа Святого побуждает нас молиться. Павел умоляет молиться римских верующих любовью Духа. О чем здесь он говорит? Вы видите, да, во всех текстах, что слово «Дух» с большой буквы, он говорит о Святом Духе. Он говорит здесь о плоде Святого Духа. Понимаете? Мы сами, люди, не можем себе сгенерировать такую любовь, которая была бы глубокой, серьезной и постоянной. Мы, люди, имеем, к сожалению, ветреную любовь. Наши чувства любовные приходят и уходят. Конечно, они более стойкие по отношению к тем, кто с нами рядом, любит нас. Они более стойкие к тем, кто нам близок по родству. Но все же наша любовь, она не является такой глубокой и постоянной. К сожалению, даже основательной. Но любовь Духа Святого, то есть плод Духа Святого, который Он в нас генерирует, и созидает. То есть это то, что мы от Бога получаем, а не сами в себе создаем. Эта любовь помогает нам любить даже наших врагов, прощать тем, кто нас обижает, молиться за наших обижающих. Человек сам не может в себе это создать. Человек сам будет пылать ненавистью, жаждой мести. Почему многие фильмы, книги, они наполнены этой идеей отомстить? Выпить кровь, там,
измотать человека, чтобы он в конце концов сдался. Людям это нравится. Это созвучно их состоянию сердца, потому что там нет Духа Святого. Там, где Дух Святой есть, там есть прощение, там есть второй шанс, там есть восстановление. Где Духа Святого нет, что есть там? Месть. Но Дух Святой не работает так. Он созидает в сердце человека прощение, милость и любовь. Сам Бог говорит: мне отмщение, я вас дам, не мстите за себя, возлюбленные. Апостол говорит: но отдайте место кому? Гневу Божьему. То, как Бог разберется с этим человеком, будет намного удачнее и намного успешнее, чем мы ему насолим, мы ему там грязью обольем или что мы там сделаем с ним. Но если в нас есть Дух Святой, то Он созидает в нас эту любовь. И эта любовь побеждает нас любить и врагов наших, и особенно любить наших братьев и сестер. Особенно любить Церковь Божью. И мы не можем не молиться за наших братьев и сестер. Понимаете, если ты любишь людей, то ты будешь молиться о них. Ты любишь сам себя, ты молишься о себе, правда? Ты любишь свою семью, ты молишься за свою семью, так? Ты любишь своих родных, молишься за них, даже несмотря на то, что эти родные тебя огорчают. Если переживаешь за их вечную участь, своих близких, ты за них тоже молишься. Если ты видишь какую-то семью, которую ты любишь, и у них проблемы в отношениях, ты за них молишься. Одним словом, если ты любишь, то будешь молиться. Хотя апостол Павел и знал немало верующих в Риме, но большинство из них он не знал. Но вы посмотрите на его послание. Как много там любви, нежности, заботы, потому что он их любил. Потому что Дух Святой был в нем. И он говорит им: вас тот же самый Дух Святой и та же самая любовь. И поэтому я побуждаю вас, молитесь за меня, за дело Божье, любовью Духа Святого. Поэтому это естественно. Когда мы слышим, что кто-то из верующих оказался в серьезной нужде, наше сердце будет побуждать нас молиться. Потому что Дух Святой, живущий в нас, наполняет наше сердце любовью, заботой, переживанием об этом человеке. Логика Павла довольно простая. Если вам знакома любовь Духа, тогда проявите эту любовь на деле, в ходатайстве за меня и служение. Докажите, что у вас есть Дух Святой тем, что вы будете любить. Если Дух Святой в вас, неужели вы не будете меня любить? А если вы любите меня, то разве вы не будете молиться за меня? Понимаете? Наши молитвы, они отражают меру, или лучше сказать, даже отражают наше понимание Иисуса и меру нашей любви к Нему. Наши молитвы о других людях, о Божьей работе отражают, как мы любим Иисуса и меру нашей любви к Нему. И четвертый мотив, как нам молиться. Понимание того, что Бог, которого мы молимся, есть наш Небесный Отец, мотивирует нас молиться. Итак, мы видели господство Иисуса Христа, мы видели любовь Духа, и мы теперь видим Отца. Это вся Троица в одном стихе в молитве сосредоточена. Смотрите здесь. Он побуждает людей молиться ради Господа Иисуса Христа, любовью Духа Святого, и молиться к Богу. К Богу, который не какой-то для нас далекий, какой-то недосягаемый, трансцендентный Создатель, Творец наш, к Богу, которого мы называем сегодня Небесным Отцом. Я не помню, друзья, даты своего возрождения, но я знаю, только Бог знает, тот период, когда я был подростком, когда я молился довольно часто перед сном, впервые в своей жизни, я помню, когда я встал на колени и помолился Богу, который для меня перестал быть Богом там, далеко в небе, Богу, который стал для меня Небесным Отцом. И я могу сейчас сказать, что в тот день я точно осознал, что я возрожденный и спасенный человек. Это наш Отец Небесный. Его высокая привилегия – прийти к Владыке Вселенной и Создателю всего мира, на который не просто могущественный Бог, но который наш любящий Отец. И понимаете,
Такого нет ни в одной религии мира. Такого отношения к Богу нет ни в одной религии мира, сколько бы вы ни искали. Но справедливости ради надо сказать, что в древнем мире слово «отец» использовали по отношению к Богу. Вам это интересно или это можно пропустить? Давайте говорим. Хорошо. Например, Гомер пишет: «Отец Зевс, а который правит над богами и смертными». Аристотель, используя это, комментируя эту фразу Гомера, в одной из своих работ говорит о том, что отец должно восприниматься как отцовское правление над своими детьми. Как часто нам брат Андрей рассказывает, что отец правил в их семье, как кулаком. Как царь правит над своими подданными. Другими словами, это воспринималось как проявление правления, господства. Отец, в смысле господствующий, господин над всеми. Царь – это отец всего народа, он правит над всеми. Понимаете, здесь нет ничего личного восприятия, личного отношения, личной близости, когда сын или дочь могут сказать «папочка». Можешь сказать «папочка»? Теперь, может, можешь. А тогда было трудно сказать «папочка». «Папочка». Но в Писании мы встречаем другое отношение. Близкое, личное отношение. Помните, сей Дух внутри нас, Дух Святой, вопиет «Ава Отче». Кто помнит, что значит «Ава Отче»? Небесный Отче. Буквально «папочка Отче». Настолько близкое, интимное отношение у верующего с Богом. Настолько близкое родство, потому что Дух Святой родил нас, даровал нам новую природу. Кстати, во времена Христа, когда пришел Иисус, когда все апостолы в Писаниях людей того времени настолько редко употребляло слово «Бог», потому что Бог стал настолько далек, его имя стало редко употребляться. Поэтому казалось, что он вообще далек и недоступен совсем. Когда мы приходим к Богу в молитве, то мы знаем, что приходим к Отцу. И мы не боимся обращаться к Нему, зная, что Он нас слышит и услышит. Знаем, что Он знает наши нужды прежде нашего прошения. Еще слова нет на нашем языке, Он знает его совершенно. Он заботится о нас. Употребить усилия до конца, скажем, выложиться полностью, скажем. Догонять. А не догонять, а полностью выложиться. Ничего для себя не оставить. На пределе возможностей, на пределе своих сил. Похоже, слово апостол Павел использует в Колоссянам во второй главе. А посмотрите в первый стих. «Ибо я хотел бы, чтобы вы знали, какой великий конфликт имею за вас, и за тех, кто в Лаодикии, и за всех, кто не видел лица моего в плоти». До этого в первой главе Колоссянам Павел описывает свою философию служения и стратегию свою. И он говорит в 29 стихе, то же самое слово. «Для чего я и тружусь, борясь согласно действию Его, которое действует во мне могущественно». Борясь или буквально агонизируя свою силу, действующую во мне могущественно. То есть Павел был на пределе человеческих возможностей, решая духовный труд. Духовный труд, друзья, это не просто прогулочка. Духовный труд – это не то, что там в субботу приготовил какой-то урок, в воскресенье детям рассказал, а что-то в воскресной школе. Духовный труд – это на пределе своих возможностей. И поэтому Павел говорит: «Я борюсь силой его, потому что моей силы уже недостаточно». Молитесь по пятницам, по субботам за брата Андрея, которому немало усилий приходится приехать в Бельце с аккордеоном, выйти в центре там, собрать вокруг себя каких-то людей, которые одни спят, одни смотрят куда-то в сторону танка, другие смотрят в сторону, не знаю в какую сторону, не хотят слушать, скажем, и это требует больших усилий, чтобы привлечь их внимание, чтобы найти слова, которые достучатся до их сердца.
И поэтому Павел говорит, я борюсь силой его, потому что моей силы уже недостаточно. Моя физическая сила уже закончилась. Я не могу победить сам своими силами, способностями, знаниями, талантами. Мне нужна Божья помощь, потому что это духовная борьба. Затем во втором послании Тимофея, 4 глава, стих 7, Павел использует и существительное, и глагол от этого корня. Он пишет так: «Сражением добрым я сражался». Снова борьба, снова война, снова сражение. 4 глава, 7 стих 2 Тимофея. Дистанцию свою завершил, веру сохранил. А то есть агония, подвиг в сражении с добрым, сражался в течение, или дистанцию совершил и веру сохранил. То есть Павел на самом деле отдавал себя служению полностью духовному. И только так. Такое понимание молитвы соответствует описанию духовной брани, которую мы встречаем в Ефесянам 6 главе, где Павел говорит, что нужно одеть себя в это духовное обмундирование, потому что мы ведем брань духовную, потому что мы совершаем брань духовную, и нам нужно это все оружие Божье, чтобы можно было противостоять против козней дьявольских. Это Ефесянам 6 глава, стих 11. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вы могли стать против козней дьявола. Знаете, эти стихи опровергают очень наивное, но популярное сегодня мнение о христианской жизни, как о некой легкой прогулочке, как о неком простом путешествии, где не нужно особо стараться, где нет никаких трудностей или опасностей. Некоторые даже позволяют себе заявлять, что если у тебя есть трудности в молитве, значит, ты не покоишься во Христе, значит, у тебя неправильная вера, или слабая вера, или вообще нет веры. Потому если ты веришь, уповаешь на Бога, то тебе все будет легко. Друзья, это неправда. Апостол Павел показывает нам здесь, что он сражался, боролся, бился, старался, призывает римских верующих присоединиться к его сражению вместе с ним. Друг мой, знаешь, если тебе будет не просто молиться, то добро пожаловать, ты нормальный христианин. Это нормально, когда тебе трудно молиться, потому что молитва требует или может потребовать борьбы, стараний против сил тьмы, против желаний нашей плоти. Если у тебя иной образ мышления, то молитва должна быть легкой, не требовать никаких усилий, то знаешь, что я тебе скажу? Ты мало молишься. Ты ждешь момента, когда тебе будет легко. И такого момента очень долго не наступит. Поверь мне, молитвы требуют борьбы. Я думаю, что наша поколение начинает осознавать все больше и больше, по крайней мере, по двум большим причинам. Во-первых, мы осознаем это каким образом? Мы молимся за наших неверующих друзей, мы молимся об обращении кого-то, и мы видим, что нет обращения. И часто нет обращения, потому что мы не агонизируем в нашей молитве за этих людей. И Бог нам не дает этого увидеть. Потому что Бог желает, чтобы мы ходатайственно ворвались в эту духовную битву и сражение. И там, уцепившись молитвенно, вопияли к Богу об обращении этой души. Испытай Бога в этом. Начни так молиться. И еще говорю о серьезности молитвы. Не только, чтобы ее спрятать за постом. Иногда мы даже прячем нашу слабость и неусердие за постом. Не всегда ли этот пост наш выражает то, что мы серьезно молимся? Это пост иногда, это надежда, что если я не буду кушать, то молитва будет серьезнее. Молитва будет сильнее, если я осознаю нужду в Боге. Да, пост помогает, но не делает молитву сильнее, если я не молюсь, а просто пощусь. А моя немощь физическая напоминает мне, что я слабый. Но иногда люди просто думают, раз я пощусь, то уже автоматически моя молитва сильнее. Но это не так. Понимаете? Мы живем с вами в окружении духовного мира. В этом мире духовно почти все, что нас окружает. И потому что мы с вами наследники атеистического советского прошлого, где сам факт существования
постороннего мира, в принципе, отрицался или высмеивался, то на самом деле многие из нас это не вполне осознают. Нам кажется, это неважно. Я посмотрел там какое-то кино или сходил туда, и на меня это духовно никак не повлияет. Думаете так? Не думайте так. Это ложь. Поверьте, вещи влияют на нас. А то, что мы слушаем, читаем, то, что мы видим, влияет на нас. Через окна нашей души, глаза, входит информация, которая влияет на нас. Наша современная культура, на самом деле, она выросла из такого представления, что все явления, все вещи можно объяснить с помощью социологических, психологических, экономических и разных еще ических причин. Сегодня самым определяющим фактором в обществе пока все еще является секуляризм. Или секулярность, мирское мышление, которое отвергает, в принципе, духовную сферу. Но ситуация в последний год начинает меняться. Посмотрите, пожалуйста, сколько много оккультного и мистического появилось в нашем обществе. Сегодня нет практически ни одной уважаемой газеты, которой бы не печатался гороскоп. Маклер, откроешь гороскоп, любую газету, гороскоп. Это стало уже просто как некое забавное дело. Сегодня предсказания Нострадамуса, Ванги, Павла Глоба и прочих звучат на многих уважаемых радиокомпаниях и станциях. И это не все. И это все влияет на нас. Если мы в этом ключе, если мы в этой площадке, мы начинаем больше уповать на практическую психологию, на эти книжки с этими трюками и прочими вещами, нежели на силу Божью. И покупаем их, и читаем, что женщины, они с Венеры, мужчины с Марса, чтобы разобраться в отношениях мужчины и женщины. Вместо того, чтобы открыть Божье Слово, которое единственная правильная инструкция для жизни в этом мире, и находить там мудрость Божью, и уповать к Богу в молитве, просить, чтобы Он помог нам это воплотить. Это наша реальность сегодня. Я скажу даже больше. Сатана нападает на нас, на верующих людей. Я даже скажу смелее, вызывая депрессивные чувства в нас. Многие верующие пытаются преодолеть вот эти нахлынувшие негативные чувства с помощью просмотра фильмов, походов по магазинам, шопингам, т.д. и т.п. Вместо того, чтобы бежать к Богу в молитве, мы искушаемся просто найти себе какое-либо занятие, чтобы переключиться или отвлечься. Тогда, когда нужно не переключиться, а подключиться, Валентина, не спим, к Богу в молитве, который один может дать и очистить нашу душу, обновить, укрепить и помочь. Испытайте Бога в молитве и проверьте, освежает ли Он ваши души, укрепляет ли Он наши сердца и верен ли Он своим обетованиям, или все же нам еще нужно что-то другое. Апостол Павел считал, что молитва – это борьба в молитве, это просто подтверждение того факта, что мы вовлечены в сверхъестественную войну. Мы не просто идем на улицу, надеясь с помощью своего интеллекта обратить кого-либо ко Христу. Мы не просто приглашаем людей в церковь, надеясь на свои музыкальные способности, зажигательное красноречие, креативность. Нет, мы надеемся на Христа, что Он даст рождение свыше, того, что Он коснется сердец людей, и что Он обратится к человеку, чтобы изменить его сердце. Сам сатана противостоит нам прямо в этот момент, когда мы слышим проповедь. Он противостоит нам также, потому что мы боремся не против плоти и крови, но против княжеств, против властей, против правителей тьмы века этого, против духовной нечестивости в высоких местах, Ефесянам 6:12. Но если все силы, друзья, тьма обращены против нас, апостол Иоанн в 1 Иоанна 1:4 говорит, потому что тот, кто в вас, больше, чем тот, кто в мире. И мы не боимся.
мы обращаемся к Иисусу. Но если мы не обращаемся к Иисусу, мы проиграем. Наша борьба весьма серьезная, она духовная, сверхъестественная. И в этой борьбе нужно научиться использовать весь духовный арсенал. И важный элемент этого духовного мундирования является молитва. Постоянная, страстная, серьезная, настоящая. И второй момент. Павел говорит, бороться со мной. Павел уже находился в борении. Он уже воевал на самом деле в молитве. Но почему-то он просит еще людей присоединиться. Кто-то скажет, а вот так есть на самом деле. Потому что чем больше людей, тем лучше, тем скорее Бог услышит и ответит нам на нашу молитву. Вы тоже так думаете? Да. Ну давайте послушаем еще чуть. Ведь на самом деле это обычная практика. Какая-то нужда, давайте мы быстрее соберем кучу народа, пригласим, либо оповестим через социальные сети, сообщим людям, а что есть молитвенная нужда, пусть больше людей будет молиться. И логика стоит вот на этой, в этом действии, состоит в том, что чем больше людей молится, тем скорее Бог ответит на молитву, тем скорее Бог услышит эту молитву. Хочу всех разочаровать. Это неверная логика. Почему? Скажу. Потому что Богу нужно немного людей, чтобы молились. Богу нужна правильная молитва. Согласны? Да. Богу порой достаточно просто одного человека, который правильно молится. И вот вам пример. Действенность молитвы не зависит от количества людей, которые молятся. Действенность молитвы зависит от правильности. Мы вспомним Якова, 5 главу, стихи 16 по 18. Яков говорит, «Исповедуйте поступки ваши друг другу и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Действенная, пламенная молитва праведника может многое». Или я, плюс 10 тысяч или 100 тысяч, или сколько? Или минус 100 тысяч? Сам Илия. Больше никого не было рядом. Помните историю? На горе Кармил, где он молится, и Бог дает дождь через 3 года и 6 месяцев. Помните? «Был подвержен подобным страстям, как мы, молился ревностно, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле в течение 3 лет и 6 месяцев». 18 стих написано. «И помолился опять». И небо дало дождь, как вчера в Бельцах, и земля произрастила плод свой. Сколько их было? Один. Илья не стал говорить, так, ребята, надо собрать побольше, 7 тысяч, 8, 9 тысяч. Бог сейчас же услышит, скорее. Давайте быстрее, все. Почему так долго, 3 года и 6 месяцев? Может, он не набрал 100 тысяч, потому и Бог ждал 3 года, пока наберется 6 тысяч? Нет. Чего набрал? Лайков или там молящихся, или какой-то, как, да. Так там тогда лайки не были. Я говорю в сегодняшнем дне. Один человек помолился, Бог ответил, и Бог услышал, и Бог сделал. Понимаете, в чем проблема? Такой логике, что чем больше людей молятся, тем больше сила молитвы, тем скорее Бог услышит. Потому эта логика, знаете кого? Спиритистов и экзорцистов. Мы соединяемся вместе, энергия увеличивается, тем самым влияем на какие-то силы во Вселенной, чтобы они дали нам нужный результат. Главное, еще раз подчеркну, это аспект, это правильность молитвы. То есть молитва по воле Божьей, а не наша воля, хоть пускай она будет усилена сотнями молитв других людей. Апостол Иоанн в своем первом послании, в 5 главе, стихи 14-15 пишет. А это есть уверенность, которую мы имеем в нем, что если просим чего согласно воле Его, Он слушает нас. А если знаем, что Он слушает нас, чего бы мы ни просили, снова единственное число, не множественное, мы знаем, что имеем прошения, которые просили у Него. То есть имеем ответы.
Итак, определяющим фактором является воля Божья. Но когда возникает вопрос, а зачем Павел просит молиться других людей? Или на самом деле он уже все, он по воле Божьей молится, зачем ему еще другие люди? Зачем нам приглашать других людей и просить, молитесь вместе с нами? Есть несколько причин, почему. Я перечислю 6. Во-первых, когда молится больше людей, то знайте, есть вероятность того, что мы скорее будем молиться по воле Божьей. Я молюсь, дай мне машину, дай мне миллион, дай мне триллион, дай мне не знаю какое еще там. Да. Послушайте. Потому что много людей, они будут помогать мне скорректировать мою молитву, выправить мою молитву. Они могут сказать, знаешь, ты просишь не то, ты просишь не о том. Может быть, тебе не нужно просить об этой машине, а может быть, просто попросить проездной в троллейбус. Угу. Тебе нужно, может быть, там жить, в этом месте. Просто когда много людей участвуют, что они могут помочь мне в нашем диалоге, прежде чем мы будем молиться или просто в общении молитвенном, скорректировать мое понимание, я могу увидеть то, о чем правильно молиться. Во-вторых, среди большого количества людей может найтись тот, кто восполнит мою нужду. Или просто посодействовать мне в ее реализации. Или посоветует, что сделать. Потому большее количество людей полезно. Третье. Когда Бог отвечает на молитвы, то укрепляется вера большего количества людей. Потому что многие знали, мы молимся об этом и укрепились в том, что Бог услышал. Четвертое. Большое количество людей найдет хороший способ поддержать этого человека, который находится в нужде, в отчаянии, в переживании, в волнении, в тревоге. И когда он видит, что так много людей за него молятся, он начинает сознавать, я не брошен, я не один, люди заботятся обо мне, люди открывают свое сердце, чтобы меня не забыли. В-пятых, молитва – это сражение. Мы об этом говорили, молитва – это борьба, и поэтому сражение лучше пойти сообща. Но есть еще одна основная, шестая причина, почему. Можно вас спросить, какая шестая причина еще? О, тяжело как. О, как молиться? Тяжело. Да. Молитвы какие бывают? Молитвы. Шестая причина, самая главная причина. Когда больше людей молятся, и Бог отвечает на эту молитву, Бог получит больше славы. Это настоящий мотив. Почему Бог посылает нам нужду? Чтобы Он прославился. Чтобы как можно больше людей сказали спасибо Богу за ответ. Слава Богу, что Он не остался равнодушным, не забыл, не пропустил нас, не бросил, не забыл. Причина, по которой мы хотим, чтобы больше людей узнали о нужде, какой-то актуальной, насущной, потому что больше людей осознает, человек не может на это ответить. Если будет этот ответ, то он придет только от Бога. Когда он приходит, все осознают, это точно от Бога. Пусть Богу будет слава за все. Понимаете, наши молитвы часто бездействуют, потому что у нас неправильное понимание молитвы. Согласны? Давайте я объясню. Мы можем рассматривать порой нашу молитву как обращение к официанту в ресторане. Принеси еще напиток или давай следующее блюдо. Вместо того, чтобы рассматривать молитву как некий вопль в штаб, чтобы принесли боеприпасов, амуниции, потому что нам на нашем фронте нужно больше поддержки в нашем нелегком сражении. Поэтому мы часто просим у Бога о каких-то тривиальных, обычных житейских вещах, когда надо просить Бога о чем-то сверхъестественном, невероятном, так, чтобы это продвинуло Его царство, так, чтобы это прославило Его имя. Читаем дальше? Или да, слушаем телефон? Да, да, да. Кого слушаем? Телефон чей-то там гудел. А так, чтобы это расширило известие о его победе на Голгофе. И поэтому следует правильно молиться о Божьей работе с верной мотивацией.
У нас огромные нужды, и у нас есть великий Бог. И молиться с верным пониманием, молитва – это борьба. Есть еще третий момент. Правильная молитва требует правильного понимания. Не только мышления, но и правильного понимания. У Павла есть две конкретные просьбы, чтобы он был избавлен от неверующих иудеев, и чтобы он мог доставить пожертвования в Иерусалим. И эти пожертвования были приняты местными еврейскими христианами. Это две просьбы дают нам два хороших наставления. Во-первых, нам нужно понимать, что Божья сила течет через молитву. Божья сила – это проявление или выражение нашей веры. Молитва сама по себе есть вера. Я молюсь, потому что верю, Божья сила течет через молитву. Павел предполагал, что Бог ответит на молитвы римских верующих и на его молитву. Также вместе с ними он был уверен, что был защищен от нападок непокорных иудеев, которые замышляли его убить, и сможет потрудиться над сердцами уверовавших людей, чтобы они преодолели предвзятость, непонимание в отношении язычников, что в конечном итоге они примут пожертвования от языческих церквей. Забегая наперед, могу я вас спросить, были ли отвечены молитвы Павла? Были, наверное. Ну, ты отгадываешь. Были, особенно в тюрьме, как он молился. Может быть, не так, как он хотел, но были, да. Давайте дойдем до этого. И то, что римляне находились на расстоянии 1000 километров от Иерусалима, и то, что они не знали этих непокорных иудеев, этих уверовавших христиан, Павла это не смущало. Потому что они знали того же Бога. Бог был там такой же, как и в Иерусалиме, такой и в Риме. Кстати, в нашей стране есть такое некое опасное понимание, что Бог особо присутствует либо в храме, либо в святых местах, на каких-то территориях. Если в Иране Бог не такой или не так близок, как в Таиланде, с его развратом и со всем, что там происходит. Такое чувство есть, что Бог как будто бы здесь, он только в храме, а вот там на улице это уже не то. На самом деле это не так. Бог везде одинаков. Наше отношение к нему может быть другое. Просто в храме мы просто, может быть, чувствуем себя как на собрании. В церкви чувствуем себя нечто особенное. Но поверьте, это просто наши чувства. Бог такой же в вашей квартире, в вашей машине. Бог не меняется, потому что на него не влияют эти внешние антуражи или прочая обстановка. Сердце наше может повлиять. Сердце может наше поменяться. Божья сила течет через молитву. И Бог обладает такой же властью менять сердца уверовавших и сдерживать грешников как в Риме, так и в Иерусалиме. И тот факт, что у людей есть свобода выбора, тоже ничего не меняет, не оправдывая людей в их свободе избирать или нести ответственность за их выбор. Бог делает так, что все вещи, все люди, все обстоятельства, каждая песчинка в этой вселенной выполняет его волю. Я не могу это объяснить, но так говорит Библия. Бог контролирует абсолютно все. Каждая рыба, которая плывет в реке Бык, каждый троллейбус, который подойдет, когда закончится служение, когда мы сядем в него, когда сломается машина или не сломается, заболеем ли сегодня, не заболеем, Бог все контролирует и знает. Мы выбираем и несем ответственность за наш выбор. А Бог использует наши молитвы в этом процессе как часть своего замысла для исполнения своих целей. Поэтому молимся, чтобы Бог смягчил сердца людей, чтобы открыл их глаза видеть, чтобы прикоснулся к их душе, когда брат Андрей проповедует в центре, чтобы они откликнулись на Евангелие, чтобы они приняли его. Апостол Павел, понимаете, верил в силу молитвы. И даже, позволю такое слово сказать, наши молитвы влияют на то, как Бог действует в этом мире.
но они не заставляют его действовать так, как нам хочется. Но Бог сделает так, что ваши молитвы будут соучастниками его замысла. И это не противоречит его суверенному плану, но вводит нас, друзья, в его присутствие и в понимание его воли. Помните Авраама? Молится о Содоме и Гоморре. Он молится на самом деле о своем родственнике, о своем племяннике Лоте. Он просит Бога: «Господь, если там будет 50 праведников, уничтожишь?» Нет. «Будет 50, а если 40, а если 30, а если 10?» И, наконец, Авраам понял, Бог решил наказать этот город. И он перестал молиться. Он осознал, что его ходатайство было не о том. Когда мы приходим к Богу в молитве, мы приходим в его присутствие. Хотя его присутствие везде. Но вот особым образом мы к нему поворачиваемся, когда мы открываем ему слово, его слово. Мы видим его волю. И происходит синхронизация нашего понимания с Божьей волей, так чтобы наша душа и наше мышление выстраивались с его волей, так чтобы мы были всегда в его присутствии, всегда в его работе. Понимаете, есть очень большое искушение делать Божью работу вне его присутствия. Есть большое искушение не молиться много, а полагаться на свои способности, на маркетинг, на креатив и другие вещи. Когда мы делаем духовную работу, нам нужно Божье присутствие, нам нужно Божье участие. Самая большая опасность, друзья, на самом деле сегодня, это не аморальность, не духовная деградация нашего общества. А знаете, какая самая большая опасность? Это наша самодостаточность, которая спрашивает Валентина: «А чего?» Поэтому мы молимся мало о Божьем присутствии, о понимании Его воли, о том, чтобы Его сила и власть действовали через нас ради Его славы. И вот здесь есть второй момент. Понимаете? Если Бог суверенен в том, как Он отвечает на наши молитвы, и поэтому мы должны покориться Ему. Некоторые проповедники сегодня утверждают, что мы должны повелевать или требовать от Бога определенных ответов на молитву. Некоторые считают, что нужно поставить как можно больше свечек, мотивировать больше священников деньгами или строительством храмов, чтобы они молились и было так, как им хочется. Но знаете что? Это все является богохульством. Бог – суверенный Бог. Бог не подвластный нам. Он независимый, самостоятельный, самодостаточный. Он не нуждается в нас. Мы нуждаемся в нем. И потому нужно учиться молиться по его воле так, чтобы наши молитвы были и соответствовали его замыслу, чтобы мы могли покориться его суверенной воле, чтобы воля Божья, добрая, принимаемая, совершенная, она самая правильная и самая нужная. И выстраивать свою жизнь в соответствии с его волей, потому что только тогда мы обретем счастье и обретем удовлетворение. Все наши житейские неудовлетворенности, все наше несчастное состояние связано с тем, что мы не живем по воле Божьей. Те, кто живут в Боге, испытывают это наслаждение, испытывают это счастье, испытывают и борение, и трудности. Но если я несчастный, неудовлетворенный, то я либо не знаю Бога, либо живу не по его воле. Были ли молитвы Павла услышаны? Услышаны, да. Мы уже слыхали это. Но особенным образом, послушайте как. Во-первых, они были услышаны не так, как он ожидал или как предполагал. Соответственно, и наши молитвы, возможно, будут также услышаны, но ответ будет не тот, который мы себе представляли. Бывало такое в вашей жизни? Бывало. Вместо того, чтобы получить ответ с этой стороны, он приходит с этой стороны, скажем. Вообще не оттуда, откуда мы ждем. Во-первых, они были услышаны не так, как он ожидал или предполагал. Он был избавлен от противящихся ему иудеев, это правда. Но как он был избавлен? Тем, что стал узником Рима на 4 года. Помните, он пришел в Иерусалим, толпа народа кричали: «Пришел всесветский возмутитель», бросается на него римский военачальник, уводит, и в конце концов он требует суда кесаря.
становится римским подсудимым. Его освобождают от атак иудеев, которые хотят его убить. Он избавлен от них, но не так, как он ожидал. Когда он пришел в церковь, то люди не очень особо его приветствовали, потому что многие были предубеждения. Они думали, что он хочет дать взятку, чтобы они приняли язычников. А там же он принес пожертвование. Другие считали, что служение его язычникам – это неверно. Другие считают, что нужно обрезываться. И много-много толков, как у нас здесь, скажем. Вот задай один вопрос, будет три разных ответа, ты не знаешь, что выбирать. И вот тут вот приходит пресвитер Яков, говорит, ну пойдем, брат. Благодаря Якову его приняли. Но еще много было предубежденности внутри общины по отношению к язычникам и к его служению. Стих 32 говорит нам такое слово. «Чтобы по воле Божьей прийти к вам с радостью и освежиться с вами». Аминь. И это не третья просьба на самом деле. Это то желаемое, что Павел хочет увидеть, а если эти две первые просьбы будут исполнены у него. Павел просил здесь, знаете, интерес не в том, чтобы попасть просто в Рим и там, наконец, отдохнуть, а в римских банях расслабиться после такого тяжелого Иерусалима. Но он просит, чтобы ему там освежиться. То есть приготовиться к новому служению. Слово «освежиться» – очень интересное слово. Оно говорит нам о том, что он не просто хотел там, знаете, отдохнуть или остаться. Он хочет туда прийти и увидеть массу людей, которые молятся о его походе в Испанию. Он хотел видеть там много людей, которые говорят, мы собрали уже много пожертвований, средств материальных для твоего похода в Испанию. И вот еще есть целая толпа народу, которая хочет идти вместе с тобой. Для него успокоиться там не просто лечь и отдохнуть. Для него успокоиться – это увидеть, когда его замысел, план. А помните, он рассказывает там об этом, который у него был там далеко идти на запад, уже реализовывается. Знаете, я больше здесь всего вижу, друзья, молитва Павла. Он молится не просто о текущих нуждах только, он молится о будущем, о смелых планах, о таких, знаете, стратегиях по завоеванию мира для Христа. Кто-то скажет, да, я не могу в своих вещах разобраться, какие тут стратегии мира, какие тут вообще большие глобальные планы. Павел учит нас мыслить глобально и действовать локально. Павел учит нас мечтать о Божьем расширении, Божьего Царства. Павел учит нас, чтобы мы не утратили мышление думать про всех остальных во всем мире. Понимаете, есть беда такая. Мы очень часто молимся общими молитвами. Например, Господь, спаси всех. Молитесь вы такими молитвами? Ну, если надо. И Господь, излей свой дух на все народы. Это очень общие молитвы, которые ни о чем не говорят. Я скажу даже смело, они не будут отвечены, потому что они ни о чем. Помните слепого Вартимея, который просил, Иисус, сын Давида, помилуй всех слепых, да? Помилуй меня. На что получил вопрос, чего хочешь от меня? Вартимей сказал, пусть все слепые в мире прозреют. Нет. Нет. Ему одному надо было хотя бы прозреть для начала. Поэтому он обращается, чтобы мне прозреть, чтобы увидеть. Понимаете, беда заключается в том, что для каждого верующего, который произносит какие-либо общие молитвы, приходится еще больше других верующих, которые погрязли в своих мелких проблемах. Молитва о своем здоровье, о работе, о каких-то непорядках в семье, о приближающихся каникулах или отпуске летом, о смене работы на высокооплачиваемую и т.д. и т.п. И тем самым они утратили чувство масштабности христианского служения. Такие христиане, по сути, не молятся о пробуждении, не задумываются о том, чтобы дело Божье расширялось. Они не думают, какие шаги нужно предпринимать в этом, потому что они просто об этом не молятся. Друг наш, наши планы влияют на нашу молитвенную жизнь. Я должен объяснить, что не каждый из нас призван к такому масштабному, может быть, мышлению,
но каждый из нас призван к такой масштабной молитве. Потому что Церковь Христова, она участвует во всей Вселенной. Иначе мы не будем проводить, а просто нашу житейскую рутинную работу, выполняя все эти повседневные обязанности. И не будем даже пробовать расширять своего собственного служения. Более того, необходимо признать, что молитва Павла, по сути здесь, или призыв его молиться вместе с ним, это молитва Евангелия. О том, чтобы Евангелие было услышано, и Евангелие шествовало дальше. Без молитвы Евангелие невозможно эффективно проповедовать. Не ревностно отстаивать, не переживать его своим сердцем, не повиноваться ему. Из-за того, что мы оставляем молитву за бортом в нашей повседневной христианской жизни, мы оставляем за бортом на самом деле самого Бога. И его работа не будет продвигаться без него, потому что нам нужна молитва, чтобы всегда быть с ним в его присутствии. И это двигало на самом деле Павлом. Это должно двигать и нами. И хотя, как я сказал, не все эти молитвы Павла были отвечены, как он хотел, но все же он пришел в Рим. И после Иерусалима, как узник, пришел. Но он пришел в радости. Помните послание Филиппийцам 4:4? «Радуйтесь, Господи, всегда». И опять говорю, радуйтесь. Он обрел ободрение от Господа. Когда он пришел и увидел, как много верующих его в Риме ждало, которые приняли его с радостью. Кстати, небольшой совет для всех нас. В нашу церковь иногда заходят чужие люди, которые, может быть, не как апостол Павел, может быть, намного хуже, чем апостол Павел, но я хотел бы, чтобы церковь была известна как община, где тепло относится к человеку, тем более к служителю, который сам может быть сегодня в переживании. Просто увидев наше тепло, когда мы подойдем к нему, будь то угостим его чем-то, или просто мягкое слово скажем, или спросим о его состоянии, это будет большим ободрением. Моя бабушка... Да? Вы спешите уже куда-то? Шо? Еще чуть-чуть. Да, больше часа. Уже больше часа? Извините. Даже длинный вот такой. Угу. Извините, мы готовы вас слушать и день, и ночь. Последнюю страничку дочитаю до конца и говорю вам аминь. Хотя там есть еще несколько. Слово и кошке приятно, да? Любому человеку нужно ласковое слово. Тем более Божьему служителю. Четвертый момент, и мы завершим этот текст, к сожалению. Правильная молитва есть молитва о Божьей работе с правильными отношениями. Правильная молитва есть молитва о Божьей работе с правильным отношением. Павел говорит, Бог же мира да будет с вами, в этом 33 стихе. И мы снова видим очередное благословение апостола Павла римским верующим. Это третье благословение. В 5 стихе он благословляет их. Бог же терпение и успокоение да даст вам быть одинаково мыслящими по отношению друг к другу, согласно Иисусу Христу. Следующее благословение в 13 стихе. Бог же надежды да наполнит вас всякой радостью и миром и верованием, чтобы вы изобиловали надежды через силу Духа Святого. Теперь же он молится о том, чтобы Бог мира был с ними. В самом конце этого послания он говорит, чтобы Бог мира сокрушит под их ногами сатану. Это 16 глава, 20 стих, который мы читали в начале. Вообще необычно. Это интересный текст. А Павел ждет, чтобы верующие испытали в присутствии Божьем в молитве по воле Его, пребывание в воле Его, Божий шалом, Божий мир. Это то, что принадлежит нам. Помните, Филиппийцам 4 глава 7 стих. Чтобы мир Божий, который превосходит всякое понимание, соблюдет сердца ваши и умы ваши через Иисуса Христа. Чтобы мы испытали это спокойствие, чтобы у нас не было суеты, не было отчаяния, через крест Иисуса мы обрели мир с Богом. Бог простил наши грехи, взял нас в свое обращение. Мы призваны иметь мир с друг другом в церкви, особенно с теми, которые отличаются от нас. Аминь. Аминь. Вы нашли мелодию? Давайте. Вот так, чего вы держите. Перетаживайте сюда, здесь.
прохладной водой здесь дует. Сильно уже. Дождь падает. А найдите 21 номер. Боже, да будет воля Твоя. Твоим сосудом сделай меня, который молится по Твоей воле, с Твоим пониманием, 24 номер. 24 номер. Боже, да будет воля Твоя, Твоим сосудом сделай меня, чтоб перестроил волю мою. Перед Тобою с верой стою. Боже, да будет воля Твоя, проверь и следуй всего меня. Снега белее сердце омой, даруй смиренье, пошли покой. Боже, да будет воля Твоя, скорби отсюду сердце я звят. Твердость и силу Ты мне пошли, спаси, помилуй, царь всей земли. Боже, да будет воля Твоя, да знают люди сущность бытия. Сердце так жаждет духа вдвойне, чтоб видел каждый Бога во мне. На этом мы помолимся и попросим Бога, который желает, чтобы мы правильно молились, снабдил нас правильным пониманием, снабдил нас правильными мотивами, чтобы мы не молились о житейских каких-то временных или проходящих делах, молились по Его воле, которая добра, которая принимаема, которая совершенная, чтобы не только наш город, но и весь мир подчинился Его воле, как в молитве «Отче наш» мы «Да святится имя Твое» говорим, да? Помолимся. Давайте встанем, попросим брата Андрея помолиться. Mulțumim pentru această seară, mulțumim pentru cuvântul Tău care a răsunat aici, în această încăpere, și oamenii sunt obosiți. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne-a călăuzit prin acest mesaj. Îți mulțumim pentru Apostolul Pavel, pentru acest îndemn din viața lui, Doamne. Ajută-ne ca să acceptăm și ceea ce învățăm aici, să nu treacă pe ureche și să iasă pe alta, ci să rămână adânc în inima noastră, acolo sădit undeva, ca într-o zi să aducă rod. Binecuvintează serviciile pe care le vom face săptămâna aceasta pentru Tine. Doamne, vrem ca Tu să mergi înaintea noastră săptămâna aceasta care urmează. Binecuvintează păstorul nostru, acolo unde este el, ca serviciile să fie făcute efective. Acum când plecăm acasă cu trupurile noastre, însă cu Duhul fă-ne să fim una în unitate, așa cum ești Tu cu Tatăl. În numele lui Iisus Te rugăm toate acestea. Amin. С миром Божьим! Увидимся в среду!